motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Alikim, let's play Rock. Продолжаем проходить Aliens Isolation. Выискать данные в кабинете Лингрен. Нужно найти в госпитале Сан-Кристополь аптеку и отнести ее на станцию. И куда я продвинулся? Я в итоге прошел вот так вот и зашел сюда. Тогда, получается, мне нужно выйти вот сюда. Успел! Я успел! Он дверью ошибся, на один кабинет зашел раньше. Он лижет стенку за мной. А, нет, смотри, он сюда зашел. Уйди отсюда, ты ж не видел, как я сюда залез. Давайте посмотрим, куда мы попали. А мы попали туда, куда нужно. Мы попали в кабинет Лингрен, где мы сейчас заберем данные. Вот это двойной фейл. Ты про... Все. Он был так близок. Хотя... Вот куда он сейчас побежал? Я не помню. Войти в компьютер. Шкафчик 324, код 1212. Что это может значить? И почему я еще все еще в этой комнате еще? Что мне еще нужно добыть еще тут еще? Уйди хотя бы на минуту. Две минуты мне достаточно будет, чтобы решить эту головоломку. Зачем ты здесь? Так, хорошо, давай в общий посмотрим. Утилиты. Старший офицер медицинской службы станции Севастополь. Я официально заявляю, что компания Сикса оказывала на меня давление в ситуации с пациенткой. Рэнсом, старший представитель Сиксон. Он сделал ряд угроз в отношении моей карьеры и сертификации, но дело не в этом. Господи, помоги. Я не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно оставил что-то после себя. Мне очень жаль. Я даже и подумать не могла, что такое случится. Значит, все-таки появился какой-то паразит, который после тебя что-то оставил. Вот это вот огромное, что за нами ходит, что нас пугает, везде подстерегает. Тем временем, мы выполнили задание, теперь куда нам нужно? Искать аптечку. Нам сейчас вот как бы вот так вот, или что? Или вверх направо, до упора налево направо. Он сваливает. Как он так быстро оказался здесь? Я не пойму. Он же побежал влево наверх. Сейчас он подойдет сюда. Нам же... А нет, смотри, что убежал. Прибежал. Или убежал. Поймешь его. Будь искусственным интеллектом. И завис он там, да? Короче. Я... Да... Это был внезапный поворот в развитии нашего сюжета или в сюжетном развитии или... Так, между тем, пора нам выдвигаться. Пересматриваем план. Вижу, что вот тут дверь есть, а может быть как-то обойти можно? Но справа нас уже поджидал соперник. Почему он не может пойти погулять, я не знаю, вот сюда куда-нибудь? Проверить вот что тут творится. Походу за мной идет. Да ты куда ты знал, что это? Серьезно? Что за интеллект? Это вы в смысле интеллект добавили чужому? Это в смысле вы ему просто сказали, что двери не существуют? Шарь каждый раз в все шкафчики, когда заходишь в помещение, да? Или что? Или как? Как это объяснить? Почему он так поступил? Ты что, тебя просто телепортируют ко мне, я не пойму. Просто иди накажи, да? Он слишком долго бегает. Мы хотим еще дольше, чтобы бегал. Бесконечность не предел. Ну, блин. Он ушел. Да что ты? Ну ты как ты? В общем, смеркалось. Я тут нет.
А в чем фишка? Меняем тактику. А в шкафу-то меня нету, да? Тебя, наверное, по старому алгоритму кидает на шкафчик. Ты смотришь на него, пялишься, а меня там нет. Это когда я получу здесь информацию, то мне срочно нужно будет перебежать таким же способом сюда. Здесь я упал с потолка, это теперь, короче, блин, без сохранения. Без сохранения? Да вы гоните. Где что, на корабле больше людей негде поесть. Ну опять, ну... Смысл прятаться? А может вообще не прятаться? Давайте вообще не прятаться. Давайте просто будем, да, ходить. Вот, ну не прятаться, так не прятаться. Я что, я прям сильно хотел прятаться. Я вовсе не хотел прятаться. Я хотел просто ходить, не прятаться. А тут если прячешься, ничего не происходит. Потому что как бы, ну, все равно, что ты прячешься или не прячешься. Ну давайте тогда не будем прятаться. Я согласен. Просто в наглую вот так вот будем ходить. Да, надо вот так вот за стол заглянем. Иди в жопу, да. Он под кровать заглядывает. Ты в смысле, что ты такое вообще? Иди отсюда, Вов. Ты очень долго здесь крутишься. Игра, дай мне шанс. Я правильно иду? Так, я сяду спиной. Главное не шевелиться. Мы не шевелились. Ну блин, ну пожалуйста, ну дай мне шанс. Игра. Это был какой-то душ. Рекомендуем приобрести медицинскую страховку. Мы куда-то дошли. У нас тут дверь есть. Необходим пропуск. Так, нам необходим пропуск. А пропуск, а где мы возьмем пропуск? Прям надо мной пробежал, получается, да? Но он еще бывает, знаете, уходит, а потом внезапно приходит. Вот это самое страшное. Так, попробуем сейчас в соседней комнате что-нибудь нарыть. Коды 2505. Включил. Какие-то отсекатели. Кто-то я там отсек. Так, 2505. А, ребятки, мы, короче, наконец-таки смогли найти место для сохранения. Взяли, короче, ключ, отключили пожар и... Вот почему? Как? Что? Надо было правую кнопку, потом это... Валим. А подожди, а куда нам нужно идти? Нам в другую сторону нужно, понял? Нам в соседнюю комнату нужно было. Я нажат пошел. Мне нужно было туда, я сюда. Мы ж нашли пропуск. Все нормально. Все нормально. О, кошмар, Сэмюэльс. Куда мы попали? Вверх по коридору и вниз. Ну. Я так долго не протяну. О, тут есть кто-то еще? Я слышал чьи-то голоса. Войти в терминал. Давайте почитаем, что там. Засекречено все было. Что же у нее нашли? Я так думаю, скорее всего, чужого. Неверный каталог. Тут тоже все данные стерты. Мы-то знаем, что они нашли. Они нашли чужого. Сэмюэлс, аптечка у меня. Мы на станции транзита у госпиталя. Рипли, мы слышали выстрелы. Офигеть. А раз слышали мы, то и существо наверняка тоже. Так, и мы выходим здесь, под вот так вот, под здесь сохранюсь. Мы сейчас направо. Очень напряженные моменты, кстати. Смотри, сколько людей, да хрена людей живых, прикинь, даже не киборгов, это люди. Я так думаю... Пользуюсь моментом. Через приемные дороги нет. Мне не выбраться. Только пройти насквозь. Рипли, это же больница. Там должна быть предусмотрена процедура эвакуации. Я не знаю, как тут процедура эвакуации. У меня тут процедура сейчас аннигиляции будет. Запускаю. Так. Мы включили питание, а теперь куда нам нужно? Начать эвакуацию. Рипли? Не сейчас. Ксеноморф и андроид, который меня ненавидит, они оба у меня. Теперь нам нужно, не попавшись им, активировать, я так полагаю, вот эту панель, да?
Скорее. Цель обновлена. Выйдите через приемное отделение. Мы аккуратненько сделали это все красивенько. Слушай, ну это прям длинная дорога. Это просто отвратительно. Алло. Да с***ка. Почему? В смысле? Это уже реально напрягает. Я так понял, кто-то стрелял. Давай, ты сможешь. Мы сделаем это. Вообще, походу, он злой-злой. Тут никого нет. Абсолютно. А нам куда нужно? А нам нужно туда и направо. Найти запасной лифт. Да вы гоните. Деталей не хватает. Будем чинить. Отлично. Лифт неисправен. Чтобы починить лифт, нужны детали. Ну что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии. В общем, увидимся, ребят. Пока.